«Москва, выходи!» скандируют люди. Время 8 вечера, 21 апреля 2021 года. И «Россия без Путина!» Вот. Цель моего прихода сюда – это исполнение вот этого лозунга и одного древнего пророчества. Я хочу, чтобы зло было похоронено и заковано в своем аду навеки. Друзья, добрый вечер. С вами снова я, Захарыч Блаженный. И сегодня мне не стыдно за Москву и за москвичей. Вот как много людей вышло на улицы. Я сюда добирался пешком от библиотеки имени Ленина через переулочки. Хочу вам сказать, что много-много тысяч москвичей отреагировало на послание президента Эрафистана, на то, что он доводит до смерти оппозиционеров, убивает, ограбил всех до нитки, всю страну, этот вот на потайных каблучках, этот альфа-самец, прости господи, недоделанный. Вот, и вот люди уже не готовы это терпеть, в огромном количестве вышли на улицы, а я просто счастлив, дорогие друзья. На мой взгляд, речь идет, ну, о сотне тысяч человек, не меньше. Не меньше 100 тысяч человек. И если вы пока не вышли, и вы в Москве, ну, могу сказать только, что гуляния будут продолжаться как минимум допоздна. Вот. Преодолевайте свой страх. Вот. Что ж, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, поддержите мой труд. Если решите это сделать, загляните в описание ролика. И людей становится так много, друзья, что, очевидно, упыря на потайных каблучках, несмотря на его вонючие черные пояса фальшивые и липовый подвиг в Дрездене по защите культурного клуба от толпы озверевших от шнапса бюргеров, это все ложь, фуфло. Люди не боятся этих тварей. Вот, время пробуждения пришло. Вот. Что ж, хорошего всем, кто видел вечера. Вот, присоединяйтесь. Весна пришла, гулять на улицах хорошо, и ты начинаешь по-настоящему чувствовать свободу. Я вас уверяю, людей очень-очень много. Это сильно поднимает мне настроение. И люди выходят главным образом не только за Навального, а ради собственной свободы. Потому что противно и унизительно жить под пятой упырька на потайном каблучке. Он дошел до того, что наши пенсионеры в помойках роются, чтобы с голоду не помереть. Он нас одикарил. Они твари, этот режим должен пасть. Вот, гудят, поддерживают нас. Оффроуд Москва. У вас, да? Ну, молодец. Что ж, друзья, хорошего всем вечера. Я попробую минут через 10 снова провести трансляцию.